В настоящее время в сети распространилось огромное количество фейков по поводу принятия участия в украинском военном конфликте или выполнении специальной операции Российской Федерации на территории Украины наших военнослужащих. Все вот эти вот сведения берутся из ненадежных источников и являются откровенной ложью. Все подразделения нашей бригады, нашего соединения находятся в пунктах постоянной дислокации, штатно занимаются боевой подготовкой в военных городках, на полигонах и ведут стандартную повседневную жизнь. Начало поступать очень много телефонных звонков, в особенности от родителей военнослужащих срочной службы. Родители переживают по поводу состояния здоровья и нахождения, местонахождения их сыновей. Но переживания эти все пустые, потому что военнослужащие находятся на местах, они занимаются как обычно, и всегда можно им дозвониться в установленное время, а также солдаты сами звонят своим родителям и их пытаются успокоить. Но различные распространяющиеся фейки, к сожалению, вводят в заблуждение родителей и родственников наших военнослужащих. В данный момент находимся на полигоне Лосвида, проходим учебно-контрольные стрельбы, готовимся к дальнейшим нашим сборам, полевым выходам. Вот. Нигде мы, никуда мы не ездим, мы на постоянном месте обитания нашего, скажем так. Никуда мы не собираемся, мама, не переживай. А то, когда звоню, ты все переживаешь, все нормально. В воскресенье приезжаю, уже посещения открыты. Буду рад тебя видеть с папой и сестрой.